dvhub.ru. В соответствии с распоряжением губернатора Хабаровского края 6 апреля 2011 года номер 183-Р о ежегодном проведении в Хабаровском крае Дней защиты от экологической опасности, Краевым организационным комитетом по организации и проведению Дней защиты были разработаны мероприятия по проведению Дней защиты в Хабаровском крае в период с 15 апреля по 31 июля 2017 года. Для России, как вы знаете, этот год особенный. Он указом президента объявлен годом экологии и годом особо охраняемых природных территорий. И, конечно, это отразилось на мероприятиях, которые проводились в Хабаровском крае в этом году. Информация о мероприятиях регулярно размещалась на страницах краевых и местных газет и журналов, освещалась на радио и телевидении, на сайтах интернет-изданий и различных... dvhub.ru